Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй. Сегодня мы поиграем в игру, которая называется Otherworld Legend. Коснитесь, чтобы начать. Что случилось? Где я? Кружится голова. Что? Что за ерунда? Оу-оу-оу, тихо-тихо, ребята. Вот так вот сразу уклонение. Понятно. Мы увернулись. Хобана, скидываем с себя рубашку. Решил на меня напасть, ублюдок? Ты обречен. Так, друзья мои, мне по ходу дела нужно... Воу-воу-воу-воу. Что мы можем делать-то? Так. Ну, я думаю, ребят, надо, наверное, мне... Хе-хе-хе. Поставить кнопочки. Короче, мы ушатали этого рыцаря. Что это за место? Да вот мне самому интересно. Так, вот это у нас ходить. Это уклонение, а это удар. А что вот это такое? Вау. Так, друзья мои, надо расставить кнопочки. Как ни крути. Ну что, друзья мои, давайте посмотрим. Удар, уклонение. И вот такой суперудар. Все отлично у нас работает. Кстати, это игра от создателей Soul Knight. Да, я надеюсь, вы заметили схожество, да? Что нам тут нужно? Открыть сундук. Окей. Чем там увидели? Опачки. Что это за маленький эльф тут у нас? Шанс вызвать молнии при попадании. Эльф грома. Ты. Конечно, берем. О чем еще тут может быть разговор? Ой. Йо. Тихо-тихо-тихо-тихо. Уходим, ходим, ходим. Так, отходим. А это у них тут типа босяра такой, да? Что же вы делаете, ироды? Да отойди ты. Давай суперудар проверим. Воу. Так, бегаем, бегаем, бегаем. Да уйди ты. Так, у нас кончилась броня. Она не имеет, да, способности копиться. И я понял, но у рыцаря тоже мало здоровья. Так что попробуем пробить. Да-да, те же самые комнатки. А это еще кто такой? Кто ты? Наконец-то человек. Привет, новенькая. Я буду твоим гидом по клубу Миража. Что? Каким гидом? Какого клуба? Что это вообще за место? По правде говоря, ты больше не в мире людей. Тебя призвал сюда король Асура. Это все созданный им мираж. Ерунда какая-то. Как это вообще возможно? Думаю, тебе нужно время, чтобы осознать все. Придется заслужить право вернуться обратно, девочка. Другого варианта нет. Следуй за мной. Упс. Так, и где-то мы с тобой оказались. Кстати, это помнишь, как в игре Soul Knight тоже есть у нас выбор, да? Цюань Хаин, Гинзо, Акаиша, Жерар Квентин, Олли, какой-то разбитый робот. Что я могу здесь сделать? Ну-ка посмотрим. Так, ладно, здесь нам ничего не нужно. Тут есть что-нибудь? Акаиша, Гинза, это, короче, можно купить все за гемы. А вот Олли и Жерар, это уже за реальные деньги. Так, самоцветы тоже, я смотрю, можно... тоже за донат? Понятно. Ладно, уходим отсюда. Так, что у нас вот здесь такое? Подожди, а где мой персонаж главный? Цюань Хаин, что ли? Так. Цюань Хаин, мастер кунг-фу, познавшая все секреты этого боевого искусства Востока. Она тренировала разные навыки, чтобы побеждать в самых ожесточенных сражениях. Известна своим запасом здоровья и огромной силой удара. То есть я могу ее взять, да? Так, атака тигра. Героиня совершает мощный удар, ладонью отбрасывает врагов. А стиль, бросок тигра, наносит двойной урон при первом ударе, потом коготь тигра, это все понятно. А, то есть, я выбрал ее. То есть, это вот наш главный персонаж. Хорошо, что у нас вот здесь? Разрушитель самоцвет. Я выйти отсюда могу вообще? Эй! А, ну да, конечно же, вниз. Воу, смотри-ка, тут можно, друзья мои, неплохо побегать. Дай-ка я тихонько сюда, нам пока рано. Почта, заглянем. Так, получить сапфир 5 штук и карта воскрешения.
Угу. А тут рубин и сапфир. Ладно, я получаю это все. Я хочу это получить, друзья мои. Закрываем. Какой-то Чао тут еще сидит. Мэри есть. Ну-ка поговорим с Мэри. Хочешь выпить? Взять напиток. Может позже стать членом клуба. Взять напиток. Ага, все это стоит гемы. Скорость движения 0.2, скорость движения 0.3. Хм, тут есть разные напитки. Максимальный запас здоровья плюс 10. На совсем или на время? Неизвестно, согласись. Но я думаю, что нужно вот это взять. А, недостаточно компонентов. Купить за камни души, да? Да. Нет, 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 нет. Чё-то как ценник дороговатый, мне кажется. Чи Мэй. Разрушитель самоцветов. Я могу что-нибудь здесь сделать? И? Ну, предположим. И что я могу из этого... Что происходит? Опять же, а, все, все, ребят, кажется, понял. Нам нужно зайти сюда. Вот так вот сделать и... Дернуть. И что же мы получим? 29 гемов, да? А разрушили мы... Блин, как-то несправедливо получается. Чимей. Видимо, за рекламу что-то должно произойти. Добро пожаловать. Перейти в лавку, поменять стиль лобби. Угу. Олли, какой-то тут разбитый киборг. Что он... Он даже разговаривать со мной не хочет, потому что он разрушенный. Жерар Квентин тоже. То есть это персонажи, ребят, которых мы с тобой должны будем приобрести. Хан — это наш наставник в данный момент. Это, я так понимаю, мы выйдем с тобой на поле боя. А что же тогда у нас здесь внизу? Давай-ка посмотрим. Угу. Ну-ка, почитаем. Так, из грязи в князи. Очки плюс 10. Камень души плюс 10 получаем. Где я? Еще 10 очков. Ну, то есть это, ребята, достижения обычные, да, мы с вами получаем. Их тут будет, ё-моё, очень много. Потому что они еще идут вниз. Так, ладно, с этим. А что, я еще что-то могу сделать? Ну-ка. Ведь вроде все приобрел. Ну да. Окей. Так, что у нас здесь? Какие-то монументы, видимо, здесь будут у нас. Может быть, статуи, может быть, какие-то наши добычи. Пока непонятно, друзья мои. Первый запуск. На ваших глазах начинаю в нее играть. Даже не пытался за кадром ничего делать. Так, ну что, подожди-ка, а кто из них, Хан или Чао, мой наставник? По-моему, Хан, а Чао кто такой? Хочешь изучить новый навык? Конечно, хочу, спрашивает еще. Так, это изучено. Вызывает веерообразную атаку в трех направлениях. Урон немного выше. О, тут атака тигра. Удар тени. Удар плечом. Громовой удар феникса. Ну, давай хотя бы вот это. Как вот мне изучить? Ага. Можно купить, ребята. Новое достижение. Задать перцу. А это сколько стоит? 25. Я даже не знаю, стоит ли тратиться на это. Так, тут столы. Тут надо что-то открыть, судя по всему. Ну что, друзья мои, давайте-ка посмотрим, что вообще нас ожидает в дальнейшем. Что впереди. Так. Путь палача. Так. Ой, йоу. Ты... Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Вы что так жестко-то? Давай, давай, давай. Блин, она вот если начинает бомбить, друзья мои, тут, конечно, все. Дело дрянь. Надо отходить моментально, иначе заколбасят, даже глазом не моргут. Особенно вот эти вот мелкие слизни. Ну-ка. Воу-воу-воу, ну куда ты вот идешь, слизень? Давай, давай, пробивай его. А что сейчас было? А, это показывает, что, ребята, броня у нас закончилась, да? Броня здесь не накапливается со временем. В отличие от Солт... Хотя нет, вон-вон-вон, пошла-пошла накапливаться. Монетки, окей. Так, что же мне сделать? 40 монет у меня. Эти не разрушаются. Бочка, скорее всего,
Да, ломается, но в ней ничего нету. Так, поехали дальше наверх. Блин, надо немножко... Оу, вот что я даже могу сделать, смотри. То есть мы можем просто идти, если я нажимаю на уклонение, мы вот такой вот с вами кувырок делаем. Или вот такое вот отступление. Окей. Так, ну что же. Пошли дальше с тобой наверх. Так, кто там у нас? А ну-ка. Да ты будешь, ты... Я не могу понять, почему она не хочет... Когда она в драке... Не могу врубиться немножко. Ну-ка, сейчас получается все. Давай, давай, давай. Угу. Так, перепрыгиваем. Давай супер удар. Опа, шикандосик. Мы хиляемся с тобой, это классно. Мышка, 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 иди сюда. Готово. Так, монетки забираем. Тут у нас два направления. Так, ага, это я сломал. Новое достижение, дать пинка один. Дал пинка. Хм, а, это мисс Наторгаш. Так, метеорит Тенгу блокирует атаку каждые несколько секунд. Слушай, неплохо, но у меня монет не хватает. Не хватает монет, дай мне. Так, сейф. Ты посмотри, неплохо он тут устроился. То есть мы с тобой типа в какой-то виртуальной реальности, да? Которая там называется Мираж. Воу-воу-воу-воу-воу. Спокойно, псина. Есть контактиш. Так, зомби. Отходи, отойди ты. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Есть. Так, иди сюда, зомби. Ой, зомби, слизень, иди сюда. Вот это убежал от меня. Так. Дайгидзе. Ингредиент для сакура дождливой ночью. Ироха, эликсир затмения. Кошачий чай. Что? Пищевая сода. Ингредиент для мимозы, смузи с чаем. Матча, шампанское, кола со льдом. То есть мы с тобой будем делать какие-то рецепты сами. А вот это вот нельзя поклониться здесь, а? Нет? Похоже, да, на статую рыцаря. Но, к сожалению, нельзя никакого поклонения здесь сделать. Так, мне кажется, надо немножечко, ребята, поменять кнопки. Ну что, друзья мои, вроде бы как готов. Давай смотреть дальше, наверх. Опа, это что такое? Что, может быть, это надо разломать? Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо, роднульки мои. Натика, получили свое. Смотри-ка, тут еще и скелет-лучник, оказывается, есть. Так, ну, слава богу, он бомбит только по прямой. Что это за комната такая? Эй. Да куда ж ты? Ой, дурнуха, а. Ой, дурнуха, бомбит. Да еще туда, куда не надо. Сейчас меня тут раскромсают. Да ты можешь что-нибудь тут... Так, уклоняемся. Тут не надо стоять на месте, друзья мои. Просто не надо. Это запрещено. Тут надо постоянно двигаться. Причем непонятно, сколько здоровья у этих монстров. Так, броня. Ой, как она долго копится. Так, отходим. Скелет этого надо вырубить. Спокойно. Слизень там еще что-то шипами какими-то бомбит по мне, ты видел? Твою налево комната, блин, испытаний тоже мне. Промахнулся, молодец. Хотя нет, вон, ребята, показано в углу ихнее здоровье. Смотри, вот начинай бить, вон там он. В верхнем, так скажем, левом уголке. Слизень мелкий, хорош. Ну-ка. Ух ты, они еще и среди... Блин, вот это вот... Понял. Понял, в чем проблема. Уйди. Уйди. Не надо меня тут бомбить. Они соединяются. Ё-моё, так это... Это проблемка для меня. Нельзя им дать объединяться. Иначе, ребята, если они соединяются... Так, отходим. Вон, они сейчас опять соединятся. Твою ж налево. Последний. Фух. Да неужели? Сундук дали, спасибо вам большое. Слушай, а что это такое открылось? Дверь. То есть это выход. Фу, ну тут будет посложнее. Но я еще новичок, друзья мои. Новое достижение, погружение. Проклятая тюрьма. Ой-ой-ой. Тихо-тихо-тихо-тихо. Ходим. На-ка. Так, слизните.
Да что ж ты... Так, мышь утоптали. Да откуда ты взялся-то? Зомби, тебя и не было здесь в помине. Готов. Так, слизнюк тоже готов. Фух. Куда дальше? Дальше у нас вариант, либо сюда, либо вниз. Сходим вниз. Ой-ой-ой-ой-ой, это еще... Кто такие, блин? Так, искатель приключений, новое достижение. Спасибо большое. Есть контакт, тихо. Так, псину эту сейчас мы с тобой попробуем завалить. Ну-ну-ну-ну-ну, готово. Так, а теперь слизень. Да что ж ты не стал наделать удар-то, дуреха ты. Непутевая, а. Так, бьем, отходим. Бьем, отходим. И вот так вот будем с тобой потихонечку уничтожать их. Хух. Зергут. Так, куда дальше нам? Блин, тут дофигища комнат, куда мы можем с тобой пойти. Вниз, например. Опачки. Так, у меня сколько денег? 96 монет. Я могу взять только вот это. Наносит дополнительный урон при пустой шкале брони. Показатель больше не восстанавливается. Угу. Спасибо большое. Ух ты, а тут-то что? Восстанавливает небольшое количество здоровья при нанесении урона. Типа вампирика. А накладывает усиление после зачистки комнаты. Я думаю, что, наверное, возьмем вот это вот. Да? Давай, возьмем челюсти эти. Фух. Так, погнали дальше. Нам нужно с тобой заработать, ну, совсем чуть-чуть денежек. Совсем чуть-чуть. Капельку, так скажем. Что вы за мной? Вот неугомонные мыши, а? Давай бомбанем. Есть контакт. Идите еще, я готов. Я созрел. О-о-о-о-о-о. Они меня еще и отравили здесь. Но, че ты сразу припухла-то, а, мышь летучая? Я что-то не увидел, кстати, срабатывает ли вообще у нас вампирика или нет. 103 монеты, этого мало, надо еще. Твою налево, эта комната. Ху, убежал из нее. Ты понял, да, что это за комната была? Да куда ж ты бьешь, дура? Зашибись, на меня еще какое-то проклятие повесили. Темнота, я нифига не вижу, что происходит. Есть. Сразу светло стало. Иди сюда, скелет. Тебе сейчас достанется от меня, никуда ты от меня не уйдешь. Вау. Серебряный фенхель, ингредиент для шампанское, белый русский, эликсир, короче, понятное. А это что такое? Тоже ингредиенты. Ладно, мы будем собирать, потом будем смотреть, что мы сможем с тобой приготовить из них. Так, денег у меня все равно мало, 107 монет. В магазине я, видимо, купить ничего не смогу. Придется, друзья мои, драться. Вот в этой самой комнате, где открывается у нас телепорт на следующий этаж. Будет жестко. Будет жестко. Оу-оу-оу. Так, тихо. Уходим. А чё это не пробивается, эй? Потому что они с щитами из-за этого, что ли? Ты серьезно? Да ну. Да куда ж ты бьешь, дуреха-то? Ну ладно, мышку забомбили. Мышку мы с тобой забомбили. Минус. Минус еще один. Так. Уходим. Уходим, говорю тебе. Побили и сматываемся. Не надо тут засиживаться с ними. Давай. Отлично. Надеюсь, это последние враги. Смотри, сколько монет. 126. Вот теперь я пойду сбегаю к торгашу и куплю у него что-нибудь. Так, увеличивает шанс критического удара. Так, игла-брюх кружит около вас и наносит урон врагам при столкновении. Так, игла-брюх кружит около вас и наносит урон врагам при столкновении. Наносит дополнительный урон при пустой шкале брони. Слушай, давай, наверное, вот этого возьмем. Игла-брюха. Ну, честно говоря, я думал, что он будет кружиться как-то посерьезнее, не так медленно. Ну, как говорится, что есть, то есть. Сам купил, сам теперь и мучайся. Так, стратегическая комбинация предметов. Можно значительно повысить эффективность в бою. Так, крепость хаоса.
Воу-воу-воу-воу-воу. А чё такой зомби-то? А чё вы такие большие-то все? Это типа босс. Все, я понял. Твою налево, блин, какой-то усиленный. Усиленный скелет здесь. Дай-ка я пробирку возьму. А, она мне не нужна, типа, а? Ты сдохнешь, а? Здоровяк. Ну, есть. Готов. Всех распинали. Так, остается вон там он. Слизень. Ну, давай, иди сюда. Опа. Разобрались. Слушай, ну, согласись, ребята, игра вроде неплохая. Я не знаю, что там нас дальше будет поджидать, но пока мне нравится. Ё-моё, это еще. Это еще кто такие? Так, слизень, уйди. Вот этих надо. Я, конечно, не уверен, но. Куда ж ты? Блин! Молодцы, просто взяли мне и сбили все. Так, скелет еще паршивый. А где же мой вампирик-то? Почему мой вампирик не работает, а? Объясни-ка мне. Вот мелкая, а? Есть, уничтожил. Так, мышь эту летучую. Готово. Так, скелет. Блин, не, давай вот эту вот, наверное, козябру уничтожим с тобой. Да что ж ты. На-ка. Не надо там ничего вызывать. Начало там уже, понимаешь ли. Так, делится, естественно, ребята. Все. Ух ты. Прозрение Гамильтона я получил. И сразу же прозрел. Слушай, этих рыцарей нельзя уничтожить? Нет, нельзя. Жаль. Ну давай смотрим. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Да почему? Что? Ёпрасоте, вы серьезно? Рыцарь тут еще, блин. Блин, лукра меня напрягает, если честно. Окей, ходим. Так, надо этого скелета. Да блин. Только не надо еще тут делиться мне. Давай, давай бомбанем. Бомбанул, блин. Придурок. Он опять что ли соединился, а? Да, он соединяется потихоньку. Так, сейчас я с этим рыцарем раз... Нет, блин. Не обязан был этого скелета завалить. Так, предположим. Окей. Уходим. Есть контакт. Блин. Слушай, ну я здоровье себе восстанавливаю. Ты посмотри, я успеваю отхилиться. Есть. Вампирик работает, друзья мои. Так, что нам дальше? Вниз идти, да, нужно? Погнали вниз. Ёпрасоте. Да куда ж ты? Что ты делаешь? Я не знаю, что это пока мразь делает. Но я решил ее бомбить. Это типа босика, да? О, скелет. Точнее, это зомби даже. Зомби уничтожили. Вот так вот. Ну-ка, подожди. Блин, тут скелет. Пройдоха мелкий. Он от меня уходит, понимаешь? Давай-давай-давай-давай, рыцаря. Есть. Фух. Так, спирт. Спирт мы с тобой нашли. Ну, все знают, куда нужен спирт. Я думаю, да? Для дезинфекции, друзья мои. Для дезинфекции. Офигеть. Офигеть тут, блин. Потрошки-то сейчас мне выпустят, а? Есть. Вот, наверное, вот это кракозябра их. Да уйди ты. Офигеть, ребята, меня зажали. Карта воскрешения у меня нету, смотреть рекламу. А реклама будет прогируется, понятно. Не понял. Бесплатно, что ли, дали мне возможность? Я только благодарен. Как же мне немножко неудобно. Все-таки не привык я к кнопкам. Потому что в таких играх, то обычно по-другому немножко у меня стоят кнопочки. А сейчас вот совсем-совсем другим образом. Еще эта мышь какая-то усиленная была. Давай-ка, вот так вот. Сундук.
То есть один раз наверняка нам всего лишь позволит посмотреть рекламу. Вау. Так, подожди, это куда-то... Это к боссу. Я, если честно, не готов идти к боссу. Так, у нас сколько денег? 71 монета. Так, увеличит максимальный запас здоровья при убийстве. Ё-моё. Гарантированно наносит критический удар по врагам с полным запасом здоровья. Блин, ну... повышает скорость движения. Ну почему? У меня не хватает финансов, друзья мои. И продать-то ничего не... На тебе. Воу-воу-воу-воу. Тихо-тихо-тихо-тихо. Я не хотел, парень, я не хотел. Видел, что произошло? Ударил его, и он на меня напал. Так, алебарда, атака, Валентин. Кто там такой? Стопы, 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 парень. Да ты успокоишься или нет? Оп, оп, он вроде бы как бы успокоился. А если я так сделаю? Ха-ха. А, ты еще и наискосок можешь бегать, оказывается. Да уйди ты! Получи. Да-да-да-да-да. На. Слушай, он действительно с алебардой. С огромной алебардой, ребята. Что такое? Что у тебя? Переклинило? На. Да я его сейчас вот этой обычной суператакой бомбить буду. Блин, аккуратно. Так, пошло, по-моему, у него основное ХП. Я просто испечник. А какой основной ХП? У него 10. 9. У него 9 ХП еще, ребята. Ну-ка. Промахнулся, да? Слушай, я ведь могу, наверное, уклоняться как-то. А ну-ка, ловим. 8. Да отвали ты от меня. Да. Ну-ка. 7. Уходим. Так, сейчас каканет на меня, да? Оу. Щет. 6. Да чтоб тебя. Ну, отстанешь, может быть, в конце-то концов уже. Сейчас броню, блин, мне снесет всю. Че он там? Парализован был в ступоре, да? 5 хп у него, 5. Йо, просто вот это я попал. Вот это я молодец. Вот это я... Да что ты... 4. 3, ага, 3. 4, так и осталось, 3. 2. Да блин. Все, последний, ребята, ХП у него. Последний шанс у него. Но я ему не позволю. Есть контакт. В плане. Да иди ты в пень, еще и с ним. Ну этого я уже не ожидал, друзья мои. Этого я не ожидал. Буду честен. Хотя, если посмотреть, что он тут... О-о-о-о! Да уйди ты от оглушения-то! Трындец, я тебе скажу, босяра, блин. Так, ловить его надо. Вот, когда он так делает... Ага, если бы еще попадать... Да блин! Уходим, ребят. Нельзя, чтобы он по мне звезданул алебардой. Иначе это будет финиш. Оглушение сразу же. Да уйди ты, видишь, щитом что делает. Так. Я бегаю, бегаю. Есть, хорошо, сейчас звезданул. Еще разок. Нет. Нет, 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 нет. А мой этот-то бомбит его потихоньку. Шипастый друг-то. 8 хп. Уходим, бомбим. Так, слушай, отлично. 6. Неплохо у нас получается с тобой, неплохо. Я бы даже сказал, хорошо чинул. Так, 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 так. Тихо, 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 роднулька, успокойся. Еще чуть-чуть. Еще чуть-чуть, друзья. Совсем маленько. Это только первый босс, блин. Я боюсь представить, какие там дальше будут боссы. Если в Soul Knight их просто куча этих боссов всяких. Всевозможных.
Ёп! Нет! Да чухивайся ты! Ху, нет, так рисковать нельзя, ребят, так рисковать нельзя. Воу! Я его подбил, я его уничтожил. Блин, не успел прочитать, что там. Так, урон, скорость атаки, критический удар. Это маска анимуши. Я все забираю. Куда ты укатился-то? Эй! А это еще кто? Хе-хе, это кто такой? Это мой напарник? Серьезно? Друзья мои, у меня появился напарник. Какой-то, я не знаю, ученик Шаолиня, что ли. Каменные стены. А где он? Парень, ты так и будешь в этом кубике бегать? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Что это? Нифига тут невидимые какие-то ублюдки. Уйди, призраки, оказывается, тут еще, ребята. Почему кореш мой вот этот вот дух ты достал? Да что же ты будешь делать-то, а? Вот он, гаденыш, где прячется. Я думаю, что за фигня? Так, подби... Что-то странный какой-то у меня напарник, если честно. Сейчас возродился. Тогда его не было со мной. Вот. Вот. Вот это я называю нормуль. Ты посмотри, посмотри, что тут. Тихо, не надо. Валим этого шитика. Так, напарник, ты помогаешь мне или как? Че это за птичка тут плевальщица еще мне нашлась? Давай, духа завалили. Замечательно. Так, куда нам дальше? Есть варианты, да, куда пойти? Мы можем пойти сюда, можем пойти вниз. Опа. Уклонение запускает гранату, замедляющую врагов. Так, увеличивает максимальный... Во! Вот это хочу взять. Вот это я взял. Посмотрим, как увеличивает мне... Что это там было? Что ты там взял? В кустах непонятное что. Нет. Это уже портал в следующую комнату. Ага. Думает, я его не видел. Тихо, блин! А ну-ка дай-ка... Опа! Да, ребята, восстанавливает здоровье, действительно. Смотри на шкалу. Но сейчас почему-то не увеличивало. А, ну, видимо, мне просто восполняет. Все. Немножко по-другому действует. Я думал, что будет шкала расти. Но он просто как возвращает хп. Письмо. Приболел, закрыто. Молодец. Красавчик. Когда у меня есть деньги, он, видите ли, приболел и закрыл свою лавочку. Хорошо, двигаемся сюда. Так, здесь я был, елки-палки. Нам нужно вот сюда идти. Так, ну что, готовимся. Кто это такие? Что это за... Так, тихо. Я не знаю, что делать. Бомбить, что еще делать? Дурацкие вопросы, согласись. Давай, самурай, мы его сейчас вдвоем. Куда он там? Ах ты! Давай! А, ниндзя здесь. И ведьма эта летает сзади меня. Слушай, отвяжи, они меня замедлили. Так. Ты хорош тут. Ну. Так, новое достижение. Охотник на монстров 2 я получил. Фух. Так, следующая комната. Ну что, друзья мои, портируемся. Естественно, портируемся. Твою ж налево. Сложно. Ну, прикольно. Дворец Ханамару. Эй, самурай, ты будешь оживать? Или ты так и будешь, блин, в этом кубике долбаном прыгать? Причем призрак, смотри, призрак как будто вот... Я не знаю, что он делает. Он как бы вселяется в меня. Вселяется в меня и понижает то ли статы мне, то ли еще что-то. Так, забираем эти ингредиенты. И идем с тобой наверх. Понятно. Куда ты? Ну! Тут ты... Я не могу прям... Но одному сложно. Я уже привык к моему корешу. А он не созревает. Он ни в какую не хочет. Просто оживать. Ну! Куда ты все время, блин, убегаешь? Дура, блин, а? Трындец.
У меня бы было бы какое-нибудь такое стреляющее оружие. Нет, блин, я кулаками тут, видите, должен с ними разбираться. Давай, 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 нахлобучиваем этого ниндзя. А этот не хочет вставать, просто бегает и все, ребята. В кубике. Что с ним надо сделать? Объясни мне. Без понятия. Слушай, а вот смотри, видишь, тут какие-то... Оу. А я-то думал, что это такое? Это секретное место было. Ты видел, как оно показано? Вот, типа воронки. Блин, а я же видел такое место, но я как-то не обратил... Ну, не думал, что здесь будет потайная комнатка. Так, где мой самурай? Где мой помощник? Воу, 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 воу. Тихо, тихо. Вот псих-то. Ты что, какие-то жабы, блин. Вы серьезно? Стрелок, заткни свою ружбало. Есть. Так. Сейчас я с этим разберусь. Так, я подбил. Ага, понятно, я подбил эту лягушку. Теперь надо еще самого, да, его шваркнуть. Блин, а что же с этим ниндзя-то не так, а? Может, его подбили? Да нет, он же был целый, когда я переходил в комнату. Статуя вот эта тоже непонятно. Зачем тут стоит? Письмо. Приболел. Опа-на. Так, ненадолго дает невидимость, если не двигаться. Замечательно. Призывает летучую мышь, которая возрождается после перезарядки один раз в одну минуту. Пускай летает со мной. Так. Давай, 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 давай. Есть контакт. Ну. Уходим. Уходим, 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 ребята. Есть. Так, отдуплился, да? Слушай, ну... Нормуль, нормуль, мы так с ними тут справились, если честно. Отлично, мне понравилось. Идем наверх. Это еще кто? Ожил, неужели? Неужели? Блин, нифига нам, чувак. Напарничек у меня тут возродился. А он мне вполне даже нравится. Просто расколбас творится какой-то. Жестко, 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 что-то меня отравили. На-ка. Есть контакт. Фига такой чувак с двумя тесаками. Мне нравится, как он выглядит. Но жалко, что он только в определенной комнате. Сейчас опять будет со мной прыгать этот кубик. Защитная башня Теншу. Так, мы с тобой убили одного босса, да? А, как мы помним, должно быть три этажа, три босса, скорее всего. По стандарту, одним словом. А призрака я не могу бомбить, пока он невидимый. Что-то происходит, эй. Воу-воу-воу-воу, ты видел? Мышца летучая неплохо бомбит. На. Уходим. Атаковать, атаковать и уходить надо. Психу, да... Успокойся, блин, бежит за мной, сломя голову. Сейчас я этого запинаю здесь, попробую. Есть, уходим. Так, падай давай с жабы со своей. Оу. Так, ингредиентики. Пьяные вишни. Так, куда нам дальше? Наверх пойдем. Слушай, ты... Ты не приборзил ли, а? Болеть-то? Оу. Нанесенный вами критический удар восстанавливает здоровье. Так, урон, предназначенный врагу, направляется на ближайшего противника. Цель получает 10%. Хм. Интересно. Я даже не знаю. Ну, давай попробуем. Как это будет работать, пока не очень представляю. Будет делиться урон, что ли? О, подожди-ка, это что такое у вас? Надо взять обязательно, конечно же. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Так, ломаем эту штуку. Этот кубик будет оживать или нет? Когда-нибудь. Ой-ой-ой-ой-ой, жаба, ты что делаешь? Кислотой плюется, понимаешь? Давай ушатываем ее. Замечательно. Так, еще ниже пошли. Блин, эти чучела помойные, которые тут крутятся, вертятся.
Уходим, 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 уходим. Так, бомбим. Так, отлично. Веер-подобная чушка. Блин, они тут уже живучие. Они очень живучие здесь. У них приличное количество хп. Эй, уходим. Подожди, а я что, тут один остался? Моей летучей мышки больше нету? Ты серьезно? Воу-воу-воу, псих, смотри как. Забегал там. Так, одного забил. Уходим. Ей-ей-ей-ей! Смотри, что они сделали, а? Так, успокоился, придурок? Нет, не успокоился, бегает еще. Но одного мы с тобой забомбили. Одного мы с тобой забомбили. Есть. Так, вот он. Так, моя мышь летучая ожила. Слушай, она отравляет. Вот это хорошо, что она умеет отравлять. Вот это просто замечательно. Так, куда дальше-то нам идти? Ниже? Пойдем, наверное, ниже с тобой. Подожди-ка, что это такое у нас? Ингредиенты, конечно, надо подбирать. Следующий этаж. Можно я здесь немножко еще побегаю? Блин, побегал. На свою голову. Уходим. Блин, тут... Да чтоб тебе отвечь жизнь. Присосался, понимаешь ли? Так, мышь летучая травит, и это классно. Почему ты не уходишь, когда мне это нужно? Почему? Твою же налево. Вот так вот с тобой будет. Так, ингредиенты забираем. Фух, напряженные, напряженные бои, если честно. Но мне нравится, друзья мои, мне нравится лично. На тебе. Еще, 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 ну где там суперудар мой? Твою налево. Колоссально. Так, этот псих у нас, да-да-да-да-да, я вспомнил. Этот псих именно бегает. Ударил-то как, а? Успокойся. Смотри на него. Ага. Одышка замучила, да, парень? Сейчас я тебя завалю. Есть контакт. Так, куда? Подожди, ингредиент еще. Все, теперь можно идти, друзья мои, смело в следующую дверь. Она у нас внизу. Подкуп ненасытного Тенгу. Плане. Какой еще подкуп? Задаток. Я хочу показаться... А, не хочу показаться грубым, и я могу тебя отпустить, но тебе придется доказать серьезность своих намерений. Задаток, задаток. Ага, молодость и талант. Ну, тебе повезло, отправляйся на следующий уровень и передавай при встрече привет моему боссу. Ух ты. Перчатка господина. Кастет с шипами. Так, секунду, подожди. А что лучше? Показано на карте расположение особых комнат. Свинка-копилка вызывает выпадение монет из преград. Кастет с шипами лучше по атаке. Наносит урон серьезный, да? И по криту очень хорош. Поэтому я, наверное, возьму его. Да. А перчатка господина, ну, сам видишь, она отстает, ребят. Но я потерял тогда маску анимуши. И плюс... Так, выпить зелье здоровья вне боя. Так. Ну, я, в принципе, не особо много потерял, если честно. Ну что же, у нас с тобой... Босс, ребята. Сейчас будет, я так понимаю, да? Затерянная пустыня. Окей. Да что ж ты будешь делать? Ты-то... Кто? Эй-эй-эй-эй. Ну-ка. Не особо, конечно, чувствуется этот урон, но все-таки, ребята. Уходим. Куда ж ты? Так. Да-да-да, со спины на нее, правильно, так ее и надо. Ингредиентик. Слушай, я хочу к торгашу сходить. А, у меня всего 22 монеты. А он заболел. Какой-то больной торгаш нам достался, ребят, с вами. Согласись.
О-о-о, а это случайно... Я думал, что это, знаешь, как во многих играх. А это еще кто такой? Это что? Что ты тут хочешь сделать, а? Уже что-то хотел там бросить, я не знаю. Пески времени замедляют меня, что ли? Вот этот слизень. Так. Ни летучей мыши нету, да? Никого. Один только шипоглот со мной летает. Куда ж ты бьешь-то, а? Опять, ребят, вот эта вот проблема с крестовиной. Короче, я тебе скажу. Короче, не тот отклик, который мне нужен. А мне нужен моментальный, а он опять с запозданием все это делает. Как и в Shadow Fight 2. Ну вот видишь, хотел ударить, пока он там делает. На, почему ты не попал? Что за шарики тут летают? Да как так-то? Давай, живоглот, бомби его. А, это бомбочки. Это, ребята, бомбочки. Они, короче, подлетают к тебе и взрываются. Все. Наказал. Да уйдите вы. Так, внизу какой-то у нас сундук лежит, смотри. Пойдем-ка к нему сходим. Ох ты. Создаю заклинание каждые несколько секунд. Накладывает усиление скорости на вас и ваших помощников. Вот это спасибо. Вот это я понимаю. Только вот какой заклинание... Что, уже? Блин, это переход в следующую комнату. Я все время забываю, что... Тут надо, ребята, драться. Ну-ка. Во. Ну. Есть. Так, следующая партия. У шлепков прибыла. А это кто еще? Это кто? На-ка всем. Воу-воу-воу-воу-воу, тихо. Что за Джафар еще, блин? Смотри, 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 что делает. Да, блин. Продолжить. Подожди. Продолжить. Я живу? Нифига, ребята, я, по ходу дела, не ожил. Так, и что же тут у нас? Бен, а? Цюаньхаин. Да, сейчас мы с тобой вернемся, наверное, опять в свое лобби. Вот оно. 317 гемов, 32 у меня, я не знаю, что это такое, рубины или сапфиры. Ну, в общем, не имеет значения. Ну что, дорогие друзья, давайте, наверное, в следующей серии будем с вами разбираться с этой игрой. Я думаю, что мы с тобой нашли много ингредиентов, что-то из них можно сделать, где-то их потратить. И героев не забываю, у нас здесь тоже много. Кстати, я могу вот этого... Нет, еще не могу. Гинза приобрести пока не могу. Так. В данный момент их раз, два, три, четыре. Четыре героя, да, получается? Раз. Рыцарь из Монтаржи носит тяжелые доспехи и щит. Несмотря на то, что не может уклоняться от атак, он с легкостью передвигается среди врагов благодаря своей мощной защите. А как его открыть? Ага, за 149 рублей его открыть. Серьезно? То есть, получается, у нас... Что с тобой? Акаиша, Жерар Квентин, Олли. Вот Олли непонятно кто такой. Робот, видимо, лежит там, кайфует. И вот пока у нас Цюаньхаин доступна. Но тут еще сам видишь, очень много диванчиков. 100% здесь кто-то появится, может быть. Тут еще местечко есть, да? Жерар там сидит один. Так что, ребятушки, всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.